больше никого не известно. Вот почему я захотела стать богачей. Куда мы не отправились? Везде только войны. Одни войны. Я своими глазами видел целых 48. Вы, книгачей, наблюдаете со стороны, а вы привыкли не доверять никому. Орден провел целый год. Нет, даже 2 года. В Черном Ордене среди этих людей. Неужели за это время ты всерьез начал считать всех этих недоумков своими друзьями? Причина произошла бы в том, что ты и сам перестал понимать, настоящая твоя улыбка или нет. Хорошему книгачею не нужны никакие друзья. Он сам по себе. Никогда ни с кем не сближается. Таково главное правило книгачея. Если твои друзья причиняют тебе боль, нужно просто от них избавиться. Правильно, Лави? Быть